Здравствуйте. В этой папке хранится дело Константина Абхази. Общественный, политический и военный деятель, маршал Картлийско-Кахетинского дворянства, один из лидеров национально-освободительного движения, член Комитета независимости и руководитель военного центра. Котай Абхази был сыном кахетинского князя Николая Абхази и дочери поэта и генерала Григола Чавчавадзе Нино, то есть являлся племянником великого грузинского писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе. Анкета. Абхази Константин Николаевич, гражданин Грузии, место проживания город Тифлис, возраст 55 лет, год рождения 1867. Семья, жена Елена, сын Николай, студент университета, теща Нина Йоселиани. Образование. Тифлисское кадетское училище, Санкт-Петербургская, Павловская военная академия. Родственники при военной службе. Вахвахов Заал Дмитриевич, сапер, город Тифлис. Родственники и знакомые в Красной армии. Таких не знаю. Где арестован? В своей квартире. Еще совсем молодым Котай Абхази был избран лидером клуба либерального дворянства Восточной Грузии. Позже стал членом Государственного совета. В чине генерал-майора участвовал в Первой мировой войне. С восторгом встретил свержение царизма. Он был инициатором созыва Народного съезда, на котором торжественно передал имущество и земли дворянства в дар грузинскому народу. Активно участвовал в учреждении Тбилисского университета. Под его руководством был разработан акт независимости Грузии. После аннексии страны большевиками не эмигрировал, хотя многие советовали ему покинуть страну. По своему мнению и мнению многих грузинских офицеров, побег с поля боя есть трусость. Правда, борьба проиграна, но война не закончена. Помимо исторических кавказских традиций, где слыхано, чтобы генерал уходил с поля боя? Я остаюсь и остаюсь до конца для помощи грузинскому народу в освободительной борьбе. Так писал в те дни Константин Абхази. Он возглавил национально-освободительную борьбу и вел активную агитационную работу. В марте 22 года для поддержания настроя грузинского народа и подготовки всеобщего восстания генерал-майор Котай Абхази и полковник-князь Какуца Чолохашвили создают военный центр и организуют восстание в Хасурете. Осенью 22 года, после подавления Хасурского восстания, начались аресты восставших. Из показаний Котай Абхази. В начале октября 22 года ко мне пришел Ясон Джавахов, и мы отправились на квартиру Нарикаладзе для обсуждения важных вопросов. Там присутствовали Михаил Джавахов, Карцивадзе, Нарикаладзе и Варден Цулукидзе. Говорили о возможностях установления связи с Азербайджаном, но в данный момент это не представлялось возможным. С Арменией тоже решено было подождать. Приблизительно в декабре на квартире Двали состоялось собрание, где обсуждался вопрос газеты, но из-за нехватки средств мы временно остановили этот процесс. Выписка из протокола допроса Михаила Джавахова. До ноября-декабря Центральный комитет национал-демократов состоял из Ясона Джавахова, Михаила Джавахова, то есть меня, Николая Кецховели и Тинам Гзришвили. Встречи происходили на Михайловской улице. Иногда собрание посещали Джавахов, Данели и Ахметели. Далее комитет переизбрали, и в него входили Ясон Джавахов, я, Котай Абхази и Ишхнели. Чекисты начали охоту за этими людьми. В деле сохранилась повестка с вызовом арестованного Котай Абхази на допрос. Ответ на повестку совершенно секретно. Возвращаются при всем обратно повестки и сообщается, что Абхази арестован и никуда не может являться для дачи каких-либо показаний. Зампред ЗКЧК Панкратов, начальник КРО Ашукин, начальник первого отдела Залпетер. Выписка из протокола номер 19 от 19 мая 2023 года, расширенного заседания коллегии Закавказского и Грузинского ЧК. Под председательством предзакачека товарища Могилевского присутствовали товарищи Панкратов, Занов, Махновский, Николаев, Квантальяни, Берия, Микеладзе, Ильява, Урахилашвили, Луминадзе. Докладчик Ашукин слушается дело военной организации антисоветских партий по обвинению.
Абхази Константина Николаевича, 55 лет, с высшим образованием, бывшего князя, бывшего генерала, бывшего предводителя дворянства, председателя ЦК Грузии и Национал-демократической партии за организацию заговора против советской власти, создание бандитского движения и участие в нем, шпионажи в пользу Антанты, предательстве и измене рабоче-крестьянскому государству, постановление. Абхази Константина Николаевича расстрелять, приговор привести в исполнение в течение 24 часов. Выписка верна. Подпись Маисов. Почти три месяца продолжались допросы и пытки арестованных, но сломить дух этих людей им не удалось. 19 мая 23 года 15 грузинских офицеров во главе с Котой Абхази были расстреляны в Тбилиси на территории нынешнего парка Ваке. «Да здравствует свободная Грузия!» С такими словами принимали смерть герои. Котой Абхази перед расстрелом произнес такие слова: «Я умираю с радостью, так как стал достойным принести свою жизнь в жертву моей стране. Моя смерть принесет победу Грузии». Это была программа «Без срока давности».